Здравствуйте, друзья! У нас карта выходного дня 6-7 февраля. Давайте посмотрим, что вас ожидает на эти выходные. Расклад у нас будет по знакам зодиака. Овен. Да, смотрите, карта взаимопомощи. То ли вы сегодня будете нуждаться в чьей-то помощи, поддержке. Карта говорит, да, есть кто-то, кто вам поможет. Или к вам сегодня кто-то обратится. То есть, как бы карта говорит, можете помочь, помогите, но не в ущерб себе. У него в руках весы. Если вас кто-то просит сегодня помочь, может быть, материально, карта говорит, взвесьте все свои возможности, помогите, если можете, но не давайте больше, чем у вас есть. Если вы сегодня нуждаетесь, попросите, шестерка легла, кто-то вам поможет. Но опять не берите больше, чем вы можете отдать. То есть постарайтесь сохранить вот этот баланс. Еще шестерка говорит, что сегодня очень удачный день для вложений. И эти вложения обязательно окупятся, причем с лихвой. Это может быть вложиться в бизнес, в недвижимость, в валюту, в обучение детей. Но также это получение наград, подарков, может быть выплаты от государства, от работодателя, единовременные премии. То есть карта говорит об умении брать и давать, о пожертвованиях. Может быть, вы кому-то сегодня безвозмездно поможете. Хорошо. Телец. Паж жезлов. Ну, в первую очередь, это наши дети. Это когда мы занимаемся интересами ребенка. Может быть, это кружки, секции. Также у нас по пажу это ободряющие новости или известия. Это может быть звонок, сообщение или кто-то вам сообщит. Пажи – это у нас продумывание стратегии, продумывание каких-то планов. Они могут быть связаны с вашей работой, с бизнесом, а может быть с домашними делами. Такие, как начать ремонт, строительство дачи. Или вам сегодня может поступить очень интересное перспективное предложение, которое пробудит в вас желание работать. Но, так как это паж жезлов, здесь есть небольшой риск. И прежде чем говорить «да», тщательно все продумайте и проверьте, самое главное, возможные последствия. А в отношениях здесь может быть возможность возникновения страстного романа. Может быть, вас сегодня человек куда-то пригласит вечером сходить. Ну, если не мужчина смотрит, вы будете сегодня покорять какую-то даму. Может быть, даже куда-то съездить. У нас сейчас выходные. Хорошо. Близнецы. Старший аркан иерофант. Ну, кто-то, может быть, сегодня вступает в брак, у кого-то венчание. Также это у нас наши родители. Это традиции, устои. Может быть, кто-то будет сегодня общаться с родителями, может быть, совет какой-то, помощь, поддержку от них. Еще, конечно, это карта обучения, получение знаний. Может быть, кто-то сейчас проходит какие-то курсы, тренинги, коучинги, может быть, через интернет. Ну или кто-то сейчас сдает экзамены, например, в ВУЗе. Еще, конечно, иерофант – это эксперт в чем-то. Если у вас есть какая-то ситуация, и вы пытались ее решить сами, карта говорит, не стоит полагаться на свои силы, нужно найти знающего специалиста. Он вам даст или дельный совет, подсказку, ну или окажет помощь в решении того или иного вопроса. Хорошо. Раки. Старший аркан умеренность. Карта может говорить, что будут просто очень спокойные, приятные выходные, без каких-либо происшествий, ссор, конфликтов. Ну, а также вам сегодня нужно будет проявить дипломатичность. Оно поможет вам навести порядок в самых щекотливых делах, может быть, провести с кем-то деликатные переговоры, может быть, разнять спорщиков,
Или же заручиться поддержкой окружающих, может быть, сдвинуть с мертвой точки те дела, которые вчера еще казались вам невозможными. Также карта вам советует проявлять уравновешенность в делах, во взглядах на жизнь. Вам сегодня стоит сделать шаг навстречу ближним, может быть, проявить сговорчивость, как бы придерживаться золотой середины. Ну, а если смотреть по отношениям, у нас выходной, отношения могут быть с вашим любимым человеком или с теми людьми, с кем вы проживаете. Карта говорит, что в отношениях гармонично будут сочетаться спокойствие, ответственность, любовь и понимание. Хорошо, львы. А львам карты советуют остановиться и тщательно все продумать. Если вы сейчас попали в сложное положение и не знаете, куда вам двигаться, что вам предпринять, лучше всего передохните, восстановите свои силы и обдумайте, как вам действовать дальше. Четверка – это не карта действия, это карта остановки. Может быть, получить передышку в каком-то сложном вопросе. Конечно, еще карта говорит о восстановлении здоровья, выход из кризиса. У нас четверка мечей приходит после тройки мечей. Тройка мечей – это удары судьбы. Да, это может быть расставание с любимым человеком, развод, потеря работы, может быть, потеря бизнеса. Поэтому она вам и советует отложить все дела, отдохнуть, восстановить свои силы, а после выходных в понедельник снова в бой. Хорошо. Девы. Девы, туз кубков. Ну, тузы у нас вообще символизируют разнообразные начинания. Это может быть любовь, какой-то творческий проект, замысел. Это когда мы находимся в преддверии чего-то, что принесет нам радость, мир, гармонию, наполненность. Карта может говорить об исполнении желания, о новой любви, о каких-то радостных сообщениях, событиях, которые приносят в нашу жизнь мир и гармонию. Да, если вы были с кем-то в ссоре, вы можете помириться. Если вы были в поиске, эта карта говорит, что вы сегодня можете влюбиться. Кто-то может получить сегодня предложение руки и сердца. У кого-то произойдет зачатие, рождение малыша. Здесь просто получение каких-то очень приятных, радостных, счастливых новостей. Поэтому будьте открыты для счастья. Весы. Но кто-то из весов, может быть, будет в выходные работать, зарабатывать деньги. Но это, если это ваш частный бизнес, то да, это работа, работа и работа. Могут быть поездки, заключение каких-то договоров, сделок, контрактов, получение заказов, сдача заказов. Также карта говорит о прибыли. Может быть, вы что-то продаете. Еще это покупка, вложение. Земельные участки, недвижимость. Что-то связано, может быть, с автомобилем. Покупка, продажа. Кто-то может уехать на заработки. Это может быть командировка или это ваша собственная поездка. А кто-то может уже вернуться на выходные уже с деньгами. Ну, также это знакомство. Вы можете познакомиться с представителем земной стихии. Это у нас Телец, Дева, Козерог. Это будут очень стабильные, спокойные отношения. Здесь будет доверие и постоянство. Хорошо. Скорпионы. Двойка пентаклей. Ну, в первую очередь, тут из скорпионов будет хорошо проводить время в эти выходные. Может быть, развлекаться, куда-то ходить. Также это может быть покупки. Еще это взвешивание ваших материальных ресурсов. Может быть, когда мы планируем что-то купить, но смотрим, например, где есть скидки, может быть, подыскиваем, чтобы вас устраивала цена.
может быть, какие-то интернет-ресурсы. Кто-то на выходные может найти приработку. Это будет или одноразовая, или неофициальная работа. Ну, еще карта говорит о разумном распоряжении финансами, о распределении обязанностей в семье, ну и взвешивании возможностей, да, потянем, не потянем что-то купить, или, может быть, придут какие-то платежи, и вы будете взвешивать, что платить, а что, может быть, подождет. Хорошо. Стрельцы. Десятка кубков. Да, у кого-то может быть свадьба, у кого-то рождение, зачатие малыша. Опять же, это карта исполнения желания, связанного с вашим домом, с вашей семьей. Может быть, кто-то подберет себе удачный вариант для переезда. Там, квартиру или дом. Кто-то может всей семьей поехать куда-то в отпуск отдыхать или на выходные. Какую-то поездку. Ну, еще, конечно, десятка кубков – это эмоциональное удовольствие тем, что у вас есть в семье, в доме. Это мир, покой, любовь, взаимопонимание, поддержка. Может быть, кто-то в выходные будет работать. Это работа в какой-то сплоченной команде. Может быть, это ваш семейный бизнес. Ну, а вот эта радуга, она говорит о удовольствии, о том, что вы уверены в своем настоящем, но у вас хороший задел на будущее. Хорошо, козероги. Четверка жезлов. Ну, опять это карта дома, семьи. Может быть, у кого-то какие-то праздники, дни рождения. Кто-то, может быть, к свадьбе готовится. Юбилеи, какие-то счастливые даты. Это когда мы открываем столы и приглашаем друзей, родных, близких. И что-то празднуем. Кто-то, может быть, наконец-то закончит ремонт. Кто-то, может быть, будет праздновать новоселье. Может быть, дом достроите. Но еще это когда мы убираемся дома, наводим порядок, чистоту. Ну, кто-то из женщин будет создавать вот этот домашний уют. Может быть, какие-то вкусности готовить. Ну, или наводить порядок в доме. Хорошо. Водолеи. Да, водолеи могут отправиться куда-то в дорогу. Может быть, кого-то отправят в командировку, да, на выходные. Ну, по восьмерке вам не очень хочется ехать, но, скорее всего, у вас нет выбора. А кто-то может менять место жительства. Кто-то, может быть, отправится сам куда-то на заработки. Да, кто-то примет решение уходить, например, с работы или закрывать свой бизнес, а кто-то примет решение уходить из отношений. Иногда карта говорит о разочаровании в любимом человеке, либо вообще в любовных, семейных делах. Но иногда эта карта говорит, когда мы преодолеваем трудности через терпение и такт, это когда вот наши характеры притираются. Давайте одну карту посмотрим, с чем у вас этот уход связан. Может быть, кто-то на диету сядет. Ну, завершение одного этапа и начало следующего. Кто-то может планировать переезд, скорее всего, иммиграцию. Кто-то уходит с работы. Может быть, вы каким-то новым делом задумали заняться или вам предложили хорошую работу. Ну, а кто-то, может быть, будет заканчивать отношения или брак. У нас на дне-то повешенный. Да, вы знаете, может быть, кто-то выходит из отношений, например, вы участвовали в любовном треугольнике. То ли вы из любовного треугольника выходите просто в никуда, или вы, у вас кто-то появился, и вы заканчиваете, например, отношения с несвободным человеком. Но еще у нас повешенный, это какие-то трудности, это тупик. Вот восьмерка говорит, когда мы вот в каком-то вопросе, в работе, в отношениях, ну, это, может быть, просто какие-то ваши дела, когда вы не видите выхода из какой-то ситуации. Тут как бы карта говорит, или попытайтесь вернуться в исток, все исправьте и начните заново. Ну, как правило, нам это сложно. Или, значит, нужно расставаться с прошлыми ожиданиями и ставить новые задачи. То есть вот мир заканчивать что-то, подводить черту,
Потому что в каком-то вопросе, в работе, в отношениях, в делах, вы зашли в тупик. Вы не видите выхода. Значит, нужно заканчивать и начинать, как шут, да? Начинать что-то новое. Но сами должны этот вопрос решить. Да. Тут самое главное, вы должны понять, как вам действовать. Да, хорошо. Рыбы. Вот у рыб тоже перемены. Старший аркан – смерть. У вас тоже завершается один этап вашей жизни и начинается следующий. То есть что-то у вас в выходные должно уйти в прошлое. Но это может касаться всего чего угодно. Например, уйти с одной работы на другую, поменять вообще сферу деятельности или закончить одни отношения, старые, которые вам больше не нужны. Тут как бы карта не говорит прям из одних отношений в другие. Нет, просто завершить что-то, что вам больше уже не нужно. Кто-то, может быть, будет переезжать. Давайте уточним, с чем смерть. Кто-то, может быть, сдаст какой-то проект. Вот в выходные, да, напряжетесь, что-то доделаете, чтобы с понедельника начать что-то новое. Тут кто-то будет переезжать. Тут или перемена места жительства там, где вы находитесь, или здесь смена города, может быть, даже страны. Эта карта может говорить об эмиграции. Может быть, долго этот вопрос не решался, да, вот как бы все зависло, подвисло. Но смотрите, у нас смерть все-таки это старший аркан. Может быть, это планирование пока. Вот уже желание, нетерпение куда-то отправиться, да, ринуться, покорять новые горизонты, новые места. Да, у кого-то может быть это смена работы, то есть загореться каким-то новым проектом, новым желанием что-то воплотить в жизнь. А кто-то может отправиться на заработки, не обязательно эмигрировать, да, поехать куда-то заработать. А у кого-то вот может быть выйти из любовного треугольника, закончить какую-то зависимую связь. Может быть, у вас появился на горизонте кто-то. Ну, если меня мужчина смотрит, вы сами будете покорять какую-то даму. Но все-таки, я думаю, больше здесь движение, переезд. Это у нас была карта выходного дня, 6-7 февраля. Я благодарю вас за просмотр. Хорошего вам дня. До свидания.